Весной, как известно, день год кормит, и сейчас в хозяйствах нашего региона в самом разгаре сезонные полевые работы. Вспашка земель, а также сев яровых, подкормка зерновых и многолетних трав. Ежегодно по поручению главы региона аграриям оказывается господдержка в проведении посевной кампании. Как отметил губернатор Игорь Руденя, весенние сельхозработы задают темп всему году. Как мы их проведем, таких результатов и достигнем. А потому одна из главных задач – оперативное и своевременное доведение господдержки до аграриев. В нынешнем году их поддержат более чем на 293 миллиона рублей. Это почти на 100 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне. На сегодня уже вспахано около 30 тысяч гектаров. По данным Минсельхоза, площадь посева яровых – около 24 тысяч гектаров, 15 из которых – зерновые и зернобобовые культуры. Всего в текущем году ими планируется засеять более 50 тысяч гектаров. Среди них также технические культуры, картофель, овощи и кормовые. Так что без урожая не останемся. В нынешней политической и экономической обстановке вопросы продовольственной безопасности имеют особое, можно сказать, стратегическое значение.